команды «Динамо» и «Строгино». Команды, которые соседствуют прямо сейчас в турнирной таблице. Динамовцы восьмые. Строгино на девятой строчке располагается. В общем, сегодня победа вторых над первыми может команды местами поменять. В прошлом динамовцев в том дерби получились оба на заглядение. Александр Чупаев, он штрафной удар, поворотом будет ли добивание. А была возможность и мяч у Ерофеева уже в пустые ворота добить. Но уже после удара Чупаева был поднят. Строгино играет чуть ярче, чем на выезде. Беляев прошел одного и передачу проникающую сделал Дагизаде. Снова офсайд, уже второй за минуту. У Строгино зафиксирован. Подаст и на этот раз. Хорошая подача на ближнюю штангу. Скидка, момент и гол! Забивают футболисты Строгино, но радоваться не станут, так как гол отменен. Положение вне игры, да, у Имамудина Джамалавава. Болельщики Динамо знают, что у него отличный удар есть. Он и забело-голубых таким способом не раз забивал. Кишор, его заброс, Чупаев. Чупаев, падение, и арбитр фол фиксирует. А где было нарушение правил? Красная карточка, ничего себе! Ну, друзья, я даже не знаю. Капитана удаляют, и вы видели взгляд Дмитрия Смирнова. Он не понимает, что происходит. Разводит руки в стороны. И, конечно же, здесь пенальти не будет, так как фол был за пределами штрафной. И замена скоро будет. Мне подсказывают. Будет она в первом тайме. Еще удар поворотом! Дмитрий Бушуев. Ничего себе, какой контрвыпад. Или не Бушуев бил? Нет, Бушуев. Ну, это ни много и ни мало. Чупаев забрал мяч себе, форвард Динамо может бить поворотом, удар и гол! Какой красивый мяч! Забивают динамовцы уже на последней минуте. Да, вот в последнее время только красивые мячи получаются у бело-голубых. И ворота Спартака такие были, правда. Те были забиты во втором тайме. Ну, а тут все-таки в первом успел. Чупаев. Здорово пяткой оставил мяч Головачеву. Удар поворотом в ближний угол. И противоход голкиперу получилось. Пробил Головачев. И здорово было сыграно уже Андреем Мельником. Если бы не он, то счет бы стал 2-0. Поставлен корпус. И Дагизаде увидел, что слева Тимишев открывается. Здесь же Сарбашев. Передача Тимишева. Скидка пяткой. Удар поворотом. И нарушение правил перед этим в атаке уже было зафиксировано со стороны Дагизаде. И хватается за голову Исаев. Красная карточка. Снова красная карточка. По владению мячом мы видим, ситуация по-прежнему равная. А тут было нарушение правил. И опасный штрафной зарабатывают футболисты Строгино за 15 минут до конца. Ну, он бить точно не будет. Он просто, видимо, пытается пояснить футболисту Строгино, как нужно бить. А он и так прекрасно знает. 1-1, Андрей Стефанишин. Строгино, что ты делаешь? За 14 минут до конца матча, в девятером находясь. Пусть так. Тепляков. Чупаев. Александров. Тащит мяч самостоятельно вперед. Стенка с Морозовым. Александров. Передача. Чупаев. Удар. Моментище у Александра. И кто? Кто выручил свою команду? По-моему, Тимишева поздравляют. Пятая замена в составе Строгино. Александров. Морозов. Нужен уже пас в штрафную. Чупаев. Скидка. И финальный свисток. Да, это ничья сродни победе для футболистов-гостей. Они настоящие герои. Я не знаю, как это возможно, но это случилось.